Виталий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, значит, за техническим состоянием всего нашего авиапарка мы здесь будем следить, тоже на территории нашей страны? Да. С запчастями, наверное, мы в течение какого-то времени тоже разберемся. Не говорит ли это о том, что в течение какого-то времени, а через 2-3 года, мы не сможем эти борта обслуживать на территории западных стран, там же, где они обслуживают? Они не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, в силу того, что мы забрали чужую собственность. Как только мы начинаем эксплуатировать эти самолеты, все, никогда уже на техническое обслуживание, на форму самолета эти приниматься в Европе. Мы будем делать форму сами. У нас есть 3 инженерных центра, довольно больших. Это S7 Engineering в Домодедово, это Внуково, 400-й завод во Внуково, и Атекник, это Шереметьево, аэрофлотовский центр Шереметьево-Внуково. Мы на своих центрах будем делать C-чеки, D-чеки, это полная разборка. Пока мы это делаем. У нас есть для этого все основания, сертифицированные. Значит, эти борты никогда уже выпускаться никогда с территории Российской Федерации не будут? Только в дружественные страны. Только в дружественные.